Но если вам у беременной бабы забрать и ходить еще и что-то шантажировать, и вам не стыдно в шары смотреть в зеркало. Молодая екатеринбурженка Наталья Шитикова, успешная, в общем-то, женщина, в прошлом бизнес-вумен, хозяйка магазина, а ныне мать-одиночка в декретном отпуске с 5-месячной дочуркой на руках, почти год бегает по судам и силовым структурам в надежде отстоять свое полное право на автомобиль. И не какой-то старенький «Жигуленок», на черный бумер, кроссовер BMW X6, который ее бывший гражданский муж Ярослав весной прошлого года купил на ее деньги за 3 050 000. Пригнал из Воронежа, оформил на себя, а в июне того же года Ярослав с двумя подельниками ограбил салон сотовой связи Барамили и попал за решетку. Сестерский райсуд, как утверждает Наталья, не разобравшись в деталях, арестовал Бэху в счет погашения гражданского иска ее экс-супруга, а потерпевшая сторона выставила счет за кражу мобил из связного на 3,5 миллиона рублей. Наталья в битве за черный бумер готова дойти до Верховного суда. Более того, женщина сняла и разместила под ником Виктория 2 видеоролика, в которых более чем прозрачно намекает на то, что якобы в Сесерте засели сплошные коррупционеры, которые покушаются на ее кроссовер. Якобы ее еще нерожденное дитя злые люди обокрали, хотят отжать и продать BMW X6, а деньги поделить. А она, бедная женщина, из-за стрессов за последние месяцы потеряла 10 кило. Бегает по прокуратурам, УСБ и ФСБ. Разослала 200 писем блогерам и депутатам. Только все без толку. На сколько человек-то вы его хотите поделить? Мне интересно просто. Вам что, по 200 тысяч там достанется? Вот просто вам в зеркало-то не стыдно после этого смотреть? Не знаю, вот я вот вам могу сказать, что вспомните меня в последнюю минуту своей жизни. Положа руку на сердце, обвинения и смутные подозрения Натальи кажутся, мягко говоря, надуманными и беспочвенными. Во-первых, потому что автомобиль она не без труда, но забрала со штрафстоянки в Сесерте еще в декабре прошлого года. Правда, Наталья Виктория утверждает, что за время вынужденного арестантского простоя у Бэхи был сломан бампер. На ней, вероятно, кто-то не просто ездил, но и в ДТП попал. Во-вторых, через месяц суд будет решать вопрос о снятии ареста на автомобиль. Казалось бы, и без публичной огласки грядет полный хэппи-энд. Но женщина думает иначе. Она неохотно говорит о прошлом. Тем не менее, не скрывает того, что ее бывший гражданский муж предал ее и обманул. Уговорил продать квартиру, купить кроссовер, перепродать его с выгодой, а на вырученные деньги приобрести жилье попроще и поскромнее. К слову, Наталья и сейчас по чужим углам с ребенком не мыкается. От родителей ей достался хороший земельный участок в Сесерте, который ей удалось обменять на 2 квартиры в Екатеринбурге. Одну из них в апартаментах она продала из-за слишком высоких коммунальных расходов и отдала деньги возлюбленному на покупку кроссовера. В общем, доверяла мужику, с которым прожила меньше, чем полгода, и от которого ребенка ждала. А он ее подставил, оформив почти новый с небольшим пробегом автомобиль на себя. Я была беременная, не очень понимала вообще, что происходит. Неадекватно немножко подошла к этому. В итоге я беременная. Меня забирают мое имущество. У меня возможности защищаться нет, но я получала какие-то декретные. Я пыталась нанимать адвокатов. Адвокаты, мягко говоря, конечно, подвели. Альфонса Наталья давно уже из сердца выбросила. И это иск к ним. То есть они за это должны платить. А получается, я своим имуществом за это должна заплатить. Ну вот, только за то, что я с ним 5 месяцев проживала. Вот ребенка от него, да, родила. Человек хочет, выбрал себе путь, а он по нему идет. Женщина с разбитым сердцем утверждает, что в документах об ущербе, который понес ограбленный салон, есть нестыковки, на которые якобы суд никакого внимания не обратил. Но это уже детали. Вообще, это скорее история о любви и доверии, которые не выдержали испытания временем. А жаль.